смотрите, круто смотрится. Итак, агрессивные круги. Запах жженой резины, опасные трюки, запредельная скорость, мощнейшая авто- и мототехника. Около 1000 зрителей и, конечно же, адреналин в крови. Коротко о первом фестивале «Овердрайв» в Орле. Кстати, сразу после фееричного открытия нам удалось пообщаться с лучшими мотофристайлерами областной столицы. Это Александр Чистов и Владимир Кутников. Площадка, очень сказать, коварная, она вроде и большая. Но есть бетонные стыки, которые немножко заставляют страховаться. Битумные стыки, где-то идти, да, на риск. Провод этот натянут. Боишься зацепить его головой. Громкое во всех смыслах событие первого летнего месяца открывал в Рио губернатор Андрей Клычков. Глава региона ранее сам выступил с предложением оборудовать площадку аэропорта «Южный» для проведения состязаний по авто- и мотоспорту. Люди приходят, людям это нравится, спортсменам это нравится. Мы создаем безопасные условия для города, чтобы в городе не будет, ну, проблемы стрит-рейсинга, она есть. И она всегда заканчивалась ровно в тот момент, когда власти шли навстречу, создавали нормальные, комфортные, безопасные условия. Вот мы их должны создавать. Причем я думаю, что не только чемпионаты, нужно давать возможность ребятам заниматься. Все правильно, все правильно. Всю романтику гонок и скорости на себе лично испытал глава региона в стартовом заезде сильнейших пилотов. Не отступая от норм техники безопасности, в Рио губернатора надел шлем и стартовал. Хотя Андрей Клычков не был за рулем, но все прелести скорости за 200 км в час ощутил, признался глава уже после заезда. Для справки, трак-рейсинг – это гоночный заезд двух супермощных автомобилей или мотоциклов на расстояние в 402 метра. Победителей среди пилотов определяла телеметрическая аппаратура, которая была установлена на старте и финише трассы. Всего же к нам на первый кубок губернатора по трак-рейсингу прибыло около 100 авто и 30 мотопилотов со всего ЦФО из Москвы и даже Беларуси. Алена Касаткина, Андрей Деркач, Сергей Руднев, телеканал «Первый областной».